Друзья, всем привет, с вами Миша Ряженко, короткая угадаечка у нас сегодня с вами на интервалы чистые и на интервалы, соответственно, малые или большие. Малые и большие у нас звучат не очень прям вот так вот, чтобы консонансно. Ну, на самом деле, не буду вас грузить терминами. Короче, малые или большие интервалы, просто малый или большой, любой, какой угодно мы угадываем. И либо это чистый интервал, то есть чистый, соответственно, чистая кварта, чистая квинта, чистая октава или чистая прима. А все остальное у нас либо малое, либо большое, то есть терция, секунда, секста или септима. Все интервальные дела есть вот в этой книжечке. Книжечка вот такая вот. Обязательно ее чекайте, скачивайте. И вот такая классная книжечка, короче. Я прям советую вам ее сегодня же скачать и начать по ней заниматься, потому что она очень прикольная и очень полезная для любого гитариста. С интервалами разберетесь, с трезвучиями, с септаккордами, с теорией, со всеми движухами, которые хотите освоить. В том числе с практическими, в том числе с импровизационными. Ну и на канал подписывайтесь, если еще не подписан, на этот, на другой, на телегу. Короче, знаете, что делать по ссылкам в описании. Итак, поехали. Первый интервал. Чистый, малый или большой? Ну, если получится угадать вообще какой, то вообще замечательно. Что это было? Ну, давайте я вас верю, и это явно не чистый интервал. Это не чистый, конечно же. Это большой или малый? Это у нас малый, малая терция. Малая терция звучит именно так. Далее. Чистый, малый, большой. Ну, тут на самом деле все плюс-минус просто. Это чистый. Чистый интервал. Это чистая кварта. Что это у нас было? Ну, понятно, что это не чистый, а вот малый или большой. Это на самом деле большой интервал. Это, конечно, не терция, но это большая секунда, потому что малая будет звучать вот так. А большая вот так. Ну, тут я вас немножко перехитрил, конечно, тут я прям перехитрил. Но давайте, чистый, нечистый... Чистый, грязный. Короче, малый, большой или чистый? Чистый. А что за чистый? Чистая квинта. Это чистая квинта, но через октаву. Поэтому, скорее всего, вы ее не узнали и даже, возможно, попутали с октавой. Но это я просто перехитрил, поэтому взял через октаву. Что это было? Давайте, я вас верю. И это, ну, чистый, малый, большой. Ну, вряд ли малый, да. Наверное, больше либо большой, либо чистый. Чистый. Это была чистая октава, на самом деле. Но даже две октавы, потому что я играл в басу ля, и через две октавы еще одну ля. Ну, и давайте последний попробуем. Что это было? Это у нас было... Большая, малая. Дам вам подсказочку, это точно не чистая. Это у нас была малая секста. Малая секста от звука соль. А как будет большая? Если приземлить верхний голос на похожий звук или где-то рядом, да, а нижний, соответственно, сыграть другой, то тоже может сложиться ощущение, что это тот же самый интервал. Короче, разбирайтесь в интервалах. Спасибо, друзья, что посмотрели. Надеюсь, вы почти все угадали. Спасибо. Я рад, что вы стремитесь к прокачке своего слуха.